питерский «Зенит» принимал на своем паркете пермскую «Парму». Кто первый на мяче? Я! Отвечает Джален Рейнольдс. Футбэк с двух рук от центрового хозяев. На этом Рейнольдс не остановился. Еще одна проверка чужого кольца на прочность. Латышский снайпер Янис Блумс всегда готов к трехочковому броску. Открылся, получил, забил. Обыграть центрового после размена не проблема для Филиппа Скрабба. Проход американца под кольцо завершился уверенным попаданием. Оборона Пармы сконцентрировалась на Сергее Карасеве и совсем забыла про Джалена Рейнольдса. Американец соперника не простил. Джаред Ютов знает, как доставить болельщикам массу эмоций перед большим перерывом. Нужно всего лишь забить сиреной. Воу! Сергей Карасев был сегодня в огне. 24 очка – личный рекорд сезона. Лучший результат матча. А Янис Блумс стал самым результативным игроком в составе гостей. У него 18 очков при трех попаданиях из-за дуги. Рашард Келли забрал подбор в нападении и обманул Джалена Рейнольдса. 5 баллов форварду Пармы за эту атаку. Такого вы еще не видели. Алиюб спиной к кольцу. Майкл Хамфри становится героем момента. 2 соперника на Карасеве, 2 соперника на Валиеве, 3 соперника на Воронове. Всего этого оказалось недостаточно, чтобы остановить «Зенит» в этой атаке. Парма до последнего пыталась отыграться, но оборона хозяев не позволила сотворить чудо. 84-76. «Зенит» одерживает 3-ю победу подряд.